Кто-то вот на конечной остановке покрышки выкинул. Скорее всего, это сейчас зимой любители покуражиться. В каком плане, знаете, к машинам привязывают и катаются. В основном с ватрушками так делают. Ну вот я нередко наблюдаю и с покрышками. Напоминаю, это опасно. Вот. Тем более на дорогах общественного пользования. И вот что я сейчас думаю, может мне одну покрышку взять, для чего? У ботинок моих летне-осеннего, так сказать, весеннего периода, в который хожу, и стопталась подошва. И вот сейчас здесь самая, так сказать, подходящая мне резина, в плане чего? В плане того, что я вырежу по контуру ботинка и приклею вместо той подошвы, которая некачественно была произведена. А еще интересно, верх довольно-таки качественно, нигде ничего не порвано. Вот такой вот как бы дисбаланс. А по подошве они что-то решили подсэкономить на материале. Потому что такую движуху я видел, люди так поступают и ходят. И как раз она гладкая, и какой нужен узор, я вырежу. Вот подходящий, так сказать, для движение пешим ходом. Вот, правда, тут металлические корды. Вот, для сланцев я вырезал обычными ножницами, но там тоненькая резина была. Здесь, наверное, придется обезьянкой потрудиться.